Как-то раз в обычной боксерской схватке пострадал арбуз. Первый арбуз его просто нокаутировал. И до такой степени, что второй арбуз попал в больницу. Ну, а дальше, в общем, смотрите сами. Всем приятного просмотра. Так, быстрее, быстрее, его на стол, быстрее. Так, давай, 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 на стол, так. Ой, чё я натворил, а? Да, я жестко дерусь, но, ну, прости, братан, я не хотел. Так, сейчас нужно провести сложнейшую операцию. У него переломана спина и ноги, так. Для начала нам нужно все это забинтовать, все эти раны, все эти открытые переломы. Так, таким образом сейчас мы так вот забинтуем. Так. Так, пульс есть, это самое главное. Так. Он сейчас просто лежит без сознания. Так. Так, давай. Вот так вот. Так, все зафиксируем, чтобы он просто не развалился. Все, и сейчас нам нужно провести операцию. Так. Так, для этого нам нужен ножик операционный. Сейчас мы будем разрезать спину. И туда нам нужно зашить вены. Так. Так. Вот так вот ему делаем надрез. Так. Пульс есть, это самое главное. Так, сюда мы вкалываем обезболивающее. Так, опа, тихо. Так, в ногу. И вот сюда. Так, отлично. Так. Так. Теперь самое главное, мы сейчас вытаскиваем это обезболивающее. И вкалываем вот сюда первое. И вот сюда второе. Так, все. Ждем, ждем, ждем. Так, все можно вытаскивать. Первое обезболивающее. Второе обезболивающее. Так. Все, первая операция проведена успешно. Так, теперь нам нужно быстро все это зашить. Так, и теперь нам нужно делать вторую операцию по замене кости. Потому что кость там просто раскрошилась. Так, делаем надрез. Так. Так. Делаем надрез. Так, вытаскиваем теперь кость оттуда. Ой, ужас. Зрелище не для слабонервных. Так. Так, и вот у нас есть искусственная кость. Так, аккуратно ее туда вставляем. Так, аккуратно. Все. Отлично, вставили. Так, все, теперь нам опять же нужно колоть обезболивающее. Так, давай, давай, давай. Время очень мало, время очень мало. Он может в любую секунду скончаться. Так. Вот так, вкалываем, все, отлично. Все. Тихо-тихо-тихо, давай, вытаскивайся, черт. Так, отлично, все. Все. Так, теперь на самое главное. Так, опять нам нужно сейчас это все дело заштопать. Все. Теперь самое главное. Нам нужно вколоть вот эти вот два медикамента, при помощи которых он сразу должен вылечиться. Так. Так, первое давайте вкалываем. Отлично. Так, отлично, отлично, он живой. Так, и теперь нам необходимо вколоть вот это вот. И он будет как живой. Так. Отлично. Так, все. Фу. Так, вытаскиваем первое. И нам нужно сейчас вытащить второе. Так, отлично. Так, но еще и в живот нужно втыкнуть. Так, опа, все. Отлично. Так, проверим пульс. Так, так, так. Пульс есть. Все. Готово. Фуф, так. Чувачок, ты можешь говорить?
Чёрт, что со мной произошло? Тебя случайно сбил соперник, он тебя вывел в жесткий нокаут. И ты очень долго лежал без сознания, и вот на операционном столе я тебе провел очень сложную операцию по пересадке кости и зашиванию ран. Спасибо вам огромное. Но боксом тебе, дорогой дружочек, заниматься нельзя в ближайшие 7 месяцев. Что? Как? Нет, нет, я не хочу. Тебе сейчас нужно как минимум месяц находиться в больнице. Но сейчас тебе соперник предоставит извинения. Слушай, сорян, пожалуйста, я не хотел. Я очень сильно ударил и сорян, в общем. Да ничего, нормально, нормально. Но теперь, блин, мне нельзя заниматься боксом 7 месяцев. Да, мне очень жаль. Но я тебе попытаюсь помочь. Спасибо. Так, все, теперь немедленно покиньте палату. Хорошо, хорошо. Так, ну, в принципе, все. Черт, почему я так весь забинтован? Мне очень сложно передвигаться. Ну, потому что у тебя очень много ран было. Ты что, не знаешь? Ты что, не видишь? Вижу я. Ладно.